В советское время лес в большинстве своем сплавляли по рекам. Это самый дешевый способ транспортировки, а иногда единственная возможность доставить лес с делянок к месту обработки. Лес мог сплавляться малевым способом, то есть россыпью или в плотах и кошелях. Ниже по реке находились сплавные рейды – запани. На картине мы видим сортировочную сетку запани, где женщины баграми распределяют разного рода древесину в отдельные воротца, обнесенные оплотником. По мере накопления формировался кошель, который потом до лесозавода тянул специальный судно-буксировщик. В 80-90-е годы лесосплав был признан вредным для окружающей среды и неэффективным. Однако сейчас опять заговорили о его возрождении.